Стартовало первенство области по баскетболу среди юношей 12-13 лет. Среди 9 команд участие в старте принимает и 4 кировские. Соревнования продлятся до 6 апреля. За это время игры пройдут сначала в подгруппах, а потом сильнейшие сразятся между собой за призовые места. Открыла старт встречи между спортсменами городов Кирово-Чепецка и Слободского, где первые одержали уверенную победу со счетом 56-31. По словам специалистов, детский баскетбол не только полезен для здоровья, но и может стать профессией в будущем. Дети, во-первых, они уже отвлечены от улиц. У них есть цель в жизни, а они, занимаясь 4-5 раз в неделю, естественно, развиваются физически. Они строят планы свои на будущее. У них ведь есть варианты по завершении, скажем, учебы в школе в дальнейшем играть и в студенческих командах. Кто-то, может быть, даже будет играть в командах мастеров. Так что у них перспективы на будущее приличные.